Метро Люблина, работаем. Господи, тебя с каждой фразой все хуже слышно. Кого? Сейчас, минутку. Карась, сама понимай. А чего вы все стоите? Вы можете быстрее сумму натыкать? Мне повезло. Да, я сумоню просто, я один это все делаю. Хорошо, у тебя микрофон есть? Флеш, микрофон есть? Давайте я решил на присутствие все. За вас, Роксрайт. Я на первом бусе послакаюсь, и нет, мимбицу привезли, вот. Надо будет тебя забрать. Послакай. Ебать. Все, да, пусть меня. Давай быстрее, что поставил, кушаем. Из инста выйду пока. Не надо, просто сядь где-нибудь в уголке и все. Так если, блядь, рюк меня... Ну умрешь и умрешь. Все, давай. Справьте флеша на замену, я ему не доверяю. Ты что, есть собрался, что ли? Забрал пиццу и пришел к компьютеру. Это сейчас вообще шо. Я, кстати, тоже пожрать. Это шова, блядь, полутал стопудово. Нет, это был не шова. Я думаю, это гудлик. По званию белый пидор. Ок. Белый пидор шова. Давай, блядь. Сразу остановим, это не надо. Конечно, сейчас сразу КПшечка. В Ульдуаре тоже заебало, блядь. Шова, удали этот аудиозапись. Ну, видишь, ты себя удали в жизни. Все, гореть начал. Что ты запустил? Нормально, что ты? 50 ГП это не 1000, бля. 50 не 1000. Все, не провоцируй, это тоже влепит. Допустим. Вы услышали призыв серебряного авангарда. Че так не стали? Проходите быстрее, сюда ближе. А чего вы там все ФКшите, алло? Не знаю, тут Риша ФКшит. Кто МТшит у нас? Я? Войн был? А, все. Я видел и так, пристабав дайте, пожалуйста. И будет идеально все. 8 секунд. 5, 4, 3, 2, 1. Умрет полтос вот так на уши. Ого. Бабочки умереть, это вообще постараться надо. Не умеем. А если зависим? То похуй. Там дрейнер чисто в кашт в луже стоит, его пытаются выхилить. О, тут уже сразу два кандидата.
Один. Не-не, есть еще один кандидат, его просто хилят. Бля, как хорошо заменился здесь. Эйвид, что у тебя с трапой? Уйди, снужи, снип, алё. Он может АФКшник пойдёт. А чё вы АФКшите? Вы, ребят, не перехилили? Что это за говно, блядь? У вас АТ закончилось. Ну да, уже чё, блядь. Чё-то слишком как-то у вас челово проходит всё. Ой, жди, Боб. Почему одни кнопки нажимают, а вы такие прикольные сидите? Ну, бро кнопки, блядь. Приехавшую пиццу можно забрать за минуту и сесть вот здесь. Так что Роксу там на сануре-то ИП надо. Предупреждение, конечно, все. Да, а ты куда побежал? Ну, потому что на нем снобольт уже очень давно висит, его никто не бьет. Так, ну как он где стоит-то? Ему в мелизону надо встать. В лицо не надо постоить, а становиться под жопу. А, не, он Рокси пошел похилить. Ладно, ладно, на лист снимается. Так он и первый раз там стоял. Ну да, это да. Это там ретрики все вместе держат. Так он и первый раз рот. Войт, ты эту первую, вот эту, которая вышла. 5, 4, 3, 2, 1. Геро. А кто-нибудь может объяснить, а почему на церкви бьют другую землю? Все по-разному делают, но в основном всегда кислотка. Да? Да. Потому что нам больше всех проблем доставляет. Мелизона. А ты куда отвел эту? Ну, пошел. Вся Мелизона замерзнет. Разморозишь? Снобль на комп висит. Нинджу набрали сразу. РДД свищет. Ты бегай со Снобольтом, будет ачивка тебе. Нинджу набрали только сразу. Еда, готовь все массу крова давать. Под плевок. Прыски полетели. Сакра. Разбежались от милики. Что урона вообще нету. Блин, не бейте снова. Вот это вот. Ну а вы встаньте все вместе, будет вам урон. Он. Да, как кто-то убегаешь со сноубольдом? Что ты там тусуешься вот за стеной? Не трогайте сноубольда, блядь. Не трогайся, а че позлута. Ку, блядь, с одним там два сноубольда нужно. А, блядь. Ну тогда иди умирай. Тотем на ману поставьте. Ачивку можно на следующей неделе. Лучше. Лучше отошли. Почему ДБМ лужу не? А ты не видишь, что у тебя на мониторе происходит? Так она же под змеей лужа, как ее ж не видно. Понятно. Давайте по чизарды встанем. Там может быть, ну ладно. Не будет то. Хорошо. Саня, там. Стерео. Хорошо. Отлично. Это тайминг, я понимаю. Тайминги — это сила. Два от отбежали. Гном как там вообще. А мне туда дом пока справа от меня, смотрю, он влево бежит, блядь, что-то я в ахуе такой.
Как никто не врезался? Ебать, крик, пизда, крик. В мире тут нет. Мне вот интересно, а будет награда АФК Ашером там всяким т.д. в виде лишних ГП? По-хорошему, да. Надо бы дать. Кто у нас там еще отдыхал в луже? ГГСНИП, по-моему. Это либо Слаг, либо... Ну, он не умер. Ну, потому что там хилили, что я не видел. Ну, типа, чат читать время пула, типа, камон. Пустите кто-нибудь там. Всем привет. Она запустила. Да не, рыбу поставил под собой. Второй бы ты этот фотку бы не скинул. Классный ковер. Ага, получилось! Репещи перед всевластным Вилфредом Лепамсом, мастером призыва. Ты покорен мне, демон. Можете им свитчиться в портал. Спасибо. Да я его хотел, блядь. Расмус. Расмус, выбегай.
Я тебе два слайда. Не занял, чуть-чуть. Вперед протяни на себя. Дон, на себя чуть-чуть тяни. Спасибо. Рокстрайт стаки обновляй, я тебе накопил. Блин, ты заорал, а подумал, на меня метка и побежал нахуй. Ебать. Что, пьян? Да-да, маг бешеный. Госпожу, добейте. Сейчас будет портал. Ой, вулкан. Залейте Иннер, пожалуйста. Тика бомбоня. Ну так уже поприятнее будет, да? Да, вполне. Все разворовали. При Путине, да, получается? Угу. И после играем просто. Ну, Кексайт, он же как раз комбат. Ну да. Кекс... А, тьфу, господи. О, у меня баг или у него оранжевый камень стоит? 6 ловкости, 6 крита. В перчатках. У тебя это бонус. Это бонус, это не камень. Не-не-не, подожди. Нет, это не баг. Это действительно оранжевый камень, тебе не показалось. Не хватило денег на нормальный камень, да, с денегом. Братишка, иди, я тебя просто как бы вот так вот возьми. Дайте гессанит ему подарить. Пойди купи на себе на аукционе. Вы про кого говорите? Тебя гудли, блядь, при кого еще? Ну там, блядь, нет камня, блядь. Да. В следующем бою вы встретитесь с могучими рыцарями серебряного авангарда. Лишь победив их, вы заслужите достойную награду. Орда требует справедливости. И в перчатках только 2 сука. Тошный? А что такое тошный? Тебя тошнит от меня? Кто тошный? Эйлор провоцирует людей. Где? ГП. Где провоцирует? О, блядь. Да, честно говоря, Гудлик, ты по провокациям тоже недалеко отошел. Ой-ой-ой. Все, получил ГП молчи. Слава Альянсу! Как мне хватало шоу с Гудликом. Не дай бог. Надо, короче, а умери предложить своего хэпала с собой, а я мага заберу нахуй у нее. Там навряд ли согласится на такое. Ибо какой-то там... слишком неравноценный обмен. 50к криты, ты что, блядь? А нет, обмен неравноценный, конечно. Посмотрите, 200 криты будут.
После совы вообще дамаг появляется. А чё, у нас только один вок в рейде, ну ладно. Ну, Литл там ушел на полдня. Литл пропал. И там драконе 15 минут уже. Его, да? Походу, гаишники остановили. Ну, пол ЕП получает, и все. Ну да, просто ЕП меньше, и все. Так. А, дерево трищ. А тебе, Суза, контролишь мага. Аумерия контролит приста. Я попробую милишников там. Блин, там 4 милишника. Ладно. А, играем также через грипп. Я гриппаю печеньку, Дуат гриппает печеньку к вам поближе. Мы все стоим справа, я пойду туда. Да ты тоже справа, ты просто не трочи, включи, притяни его, бежишь туда и сдаешь свой... Ой, Невер, ну ты серьезно? Ну все, ладно. Конечно. Тих. Герус Пуа. Не, да, меня прохиливаешь. Там 4 будет этих милишников, будет тяжко. Секунду, репляй, пожалуйста, спрятаемся. Ага, все. Хорошо, давай. Все. Ну, будет. Ближе к щиточку я потом иду. К ордынскому. Справа. Справа, ближе к выходу. Не, ну вы тут стойте. Я печеньку гриппаю, Дуат сюда гриппает, а мы потом с паладином там справа будем, да. Ничего. Калитки ближе. Ты спекнулся? Да. Угу. Хорошо, кексик готов. Все, ДБМ ставлю. А чего вы там стоите? Может, сюда подойдем? 5, 4, 3, 2. Туда сюда. Ну вот. Кого я звал? Кого физм? Наружку, череп. Что-то два там не привел. Сейчас. Бля, Донта поднимите, там пизда ему. Я фу прожатый, тут прям все. Ну, я разобрал на таунте. Почему Дуат не идет гриппать? Он там. Да Дуат промахнулся таунтом своим. Мага сейчас забыл. Давайте уже Мока привезли. Контрольте хилов. ДКшники, выйдите, заберите на себя эти. Ладно, забирай ДКшку. Рушку вы там сыграете. Дрищ, выходи отсюда. Дрищ, тебя маг хочет. Его все хотят. Мазина, бегите. Кто там? Эйлер, по-моему, на тебя идет. Тоже на Сузу. Сейчас я сдался в лагра. На меня не может идти. Они... Кто дальше? Давайте дальше. Мага. Рамбит вроде. Есть поднять, ребят. А, отлично. За дэшмоти, что бьешь, Донт? Я в поводу дэшмоти, конечно. Ну, это обычка здесь, танк шмоти можно ставить. Здорово, пацаны. Здорово. Дрова заебал. За кексик прожми себе магию, мог защита. Может быть. Зорки, а ты еще не пошел в рейд. На мне двое, короче, бегают тут. Смаз диспел. Я не смог только проснуться. Второй там же был? Нет. Третий уже идет. Да. Мы уже второй.
бля. Да есть, я сейчас хочу. Мазин, играйте. Без метки. Я на нее хантовскую поставил. Звездочки нет, потому что звездочку вот у меня. Хорошо репли. Это фонд. Это очень странно. Братья, привет, как дела? Успокойтесь, пожалуйста. Дагар. Ай, давайте бары доиграем уже. Анал очка. После этого поиграем, давайте в шамана, чтобы быстрее его забить. И все, потом там по всем остальным миликам заедем. После хилов. Снорки. Че? Литл забрал последний кусок, прикинь. Бля, заебись, вообще мне пытка. Жестко. И ушел. Карнес. Мордор? Бублик этот крышку уже Агнес сфоткал. Я скину эту личку, чтобы прокатил на ней. Бублику нельзя каннибализмом заниматься уже. Зафиксируйте, пожалуйста, провокацию. Съемка фото и видео запрещена. Крайне. Зорки, Зорки, Литл залутал последний кусок. Давайте луну, играйте луну. Дерево законтрольте. Да, Зорки. А если там вар есть, понимаете, спира, нажмите, отсечь, чтобы хилы разбежались. Хорошо. Дерево потом бан закиньте. Тут что, вот и бан работает? Некому. Ну вот и бан работает. Да, ну ладно, точно. Не обратил внимания, что у нас уже половина лежит. Шаманы, косты позакрывайте. Супер, спасибо. После кайфа давайте сыграем дерево, потом шамана, потом уже велика. Как бы долго написано стынет. Ты ешь сейчас, в чем проблема? Ну я не хочу так. Ешь? Гречку ешь? Какую пиццу, блядь, еще? Так ешь. По-моему, свиньи такие развитые. Ага. Вов, уже вов играет, блядь. Ну хули за это. За фурика два макроса жать-то, блядь. Как раз, да, это копытце. Я на Русе вообще-то. Как раз, что, блядь, на копытце там две этих, блядь, хуёвины такие. На Рамсе одну жать, хули. Там можно в этом. Ну да. Ну, ебалом катается, пиццу кладет на клаву. Где макрос, блядь? Коробку от пиццы положил на клавиатуру, все. ДПС дал. Давайте потом рыцаря смерти убьем. После шамана. Че, ты Бореллы записался? Нет. Ну, я только паладинский. Он ДКшек уважает. Рыцаря смерти, шикарно. Вудлик, что ты несешь? Ну, рыцарь смерти — героический класс. Уважение, пожалуйста, Ники. Вудлик. Не скидывай денег на речение, так потому что в Беларуси живешь. Сука, быша даю. Это боли надо скинуть, у него температура 40. Гудлик, я анхоликов вообще один на один не чувствую. Бедный чел. Два камня. Я ему говорил, не бегай ты голый по улице.
А ты ему говорил, что 2К это не 3К? Да. Предупреждал его вообще об этом? Он, наверное, из снега пельмени делал, а потом ел. Вот, наверное, у него поэтому температура подняла. Надо было ему спросить. Смешно и хорошо. 36,6. Ты сказал про 36,6? Да. То, да, 30... я не услышал. 36,6 это не 36,7. Да, вот, спасибо, паралич. О, блядь, Гудлик, вот все парни. Ой, уже, блядь. Ладно, диспел. Диспел, где там, кто там? Испарин. А, может, еще не сбиваешь. Да я, блядь, в этом стоял. Как он называется? АФК. Да нет, меня пока я не кинул. Топорик упал. Если рюмочку наливаешь, значит, ты не АФК. Да, да, это под прокаст, блядь. О, топор упал. Возьму себе. Я как бы разговариваю с вами, но я АФК. Кто же его заберет? Гудлик. Никто не ролит, блядь. А чего лежите, ребят? Ну. Здесь тень даже не надо. Дуат. А сколько он ГП стоит? Который? Дуат идут? Забирай, пошел. Не пожалеешь. Он одевает, мне еще говно это брать. Гудлику дайте за двойную. Мне не надо это говно. А ты ему уберите с центра. Дрейнер. Гудлик, бери, на арену с ним пойдешь. Ланг, на арену я пойду с Кэссом. С Грула. Тебе прям дадут, Иван. Ну да. Он никому не нужен. Ага. А чё, второму леди магов не будет, ебать? Я могу зайти на мага. Ой, это давай, пожалуй, Мишку. Я буду. Я тоже, кстати, маг есть. Будет, ебать, какой тебе маг? Да, есть маг. Ну, там 190, например. Так и у меня варлок есть, блядь, 5 уровня, нахуй, ниже, блядь. 5 уровня, 80-й. Ну нихуя себе ты выглядел. Почти все цифры знаешь, что ли, получается, блядь. Ну да. У нас с одной стороны только ловить будет? А, нет. Почему? Войт не ловит, Войт танчит. Так, а ловит у нас... Кто у нас там? Секси, у тебя ж есть там что-то по спеку, а-ля? Бафните, трещаю. Секси и Дуат давайте. Дуат, это тоже это. Местечко там еще осталось. О, Литл, тебя что, гаишники остановили? Ну, почти. Это ты долгий, конечно. Ну, любовь всей моей жизни меня остановила. Да. Давай в танка. Это ты про стену, что ли, говоришь? Нихуя, это у тебя стена, у меня девушка есть. Я имею в виду, когда ты на машине ехал. Че ты говоришь? Нет, ты че? Пробки в городе. Так надо было как Брюс всемогущий. Дуат справа ловит, Секси слева от Рида ловит. Че, поставьте шкаф, присумуньте его, да? Не отказался бы. Присумуньте этого жесткого чела. Это же демон сейчас будет. Давайте это рыб поставил. У нас поумирали люди. Литл тут к зорке сошел, кстати. Кулак и бафнете под рейдом. Помянем. Можешь ему сказать, что ты занимаешь его место в ВК теперь? Сочувствую. Зоркому. Литл, черный возьми, портал. А, и да. Портал да, поставь. Да. Ну, естественно. Паш, готов? Дрыщ, походу, забыл про портал. А дрыщ, блядь, не пользуется. Не сорвать бы огром. 4, 3, 2, 1. Сорвёшь. Да, блядь, что такое? Пулить.
Поехали. Пугает. Тихо, возьмите. Дайте сальву по Алмире. Переводите? Смотрите, можно? Да. Выслеживание посадок обычными. Темную воронку взяли? Не возьмите. Танки прожмитесь. Ты немножко. По 100 тысяч кредит. Да, да, там на проколом. Идем. Да, у тебя перед. Идеально сможешь залить? Выкиньте его, умеренный. Ну, хотя ладно, уже на ее. Хорошо, кино. Белый взяли. Кихнул каст. Добили босса. Не переходите никуда. Ну все, прыгай. Ага, конечно. Даже Херри падает, а тут нихуя. Вот именно. Ты в жире выбить ее. Я, короче, два сундука куплял и нихуя. Две одинаковые три не упало. Оптик сундука вчера пригул. Везунчик. О, правда, дашь, короче? Духовые? Не-не-не, это агильные. 50-50 закрыли. Пояс. А там никто не поговорил, да? Навер, не доигрываешь. А, я? Да, ладно. Дон подал, короче. Да вообще даже на пол не вижу. Короче, и все, и стою, только курю, смотрю, боссы подошли. Надо, блядь, блядский дом поставить, как у вас, блядь, адмираловский, как у вас там стоит, блядь. А чё, я не ролил Т-9, блядь? Ой, трофеи, ебать, дебильный. Я ещё не ролились. Я их так отдам. Кому надо. А, он мне не надо, блядь, ну ладно. Thank you.
потерю. Вы проявили... Вообще кашел, да, я пытался. Вместе нанесем удар по цитадели ледяной короны и разнесем в клочья остатки плети. Что, лед будем жать, нет? Испытание, которое мы бы не могли пройти сообща. Обязательно жмите. Вы чё? Угу. Это дуат сказал? Можно я на дуат охождение по воде кину? Дуат, лед жми, потом. Нажал? Или на гудрик? Не сейчас, потом. У кого там микрофон скрипит? У меня, наверное. Опа, сейчас умрем. Гудрик, кидать на тебя? Да, да. Поздно кинь. Кто ФКшу? Дуат. ГП. Со льдом разберется. Сейчас. Что, сейчас пойдем быстрее к боссу? Давай мы не будем. Шутки там. Давай. Бейби. Ой. Давайте же ему крутерчи на пол. Надо быстрее немножко. Дуат, лёд, жми. 3, 2, 1. Это место станет вашей. Поехали. Могилой. Вокс, я забираю войт на другого. Ух, вечно поворачиваю. Дайте сальву по феррау. Там феррау, да. И на ОП-шку таун босс уже сорвался. Войд, у тебя как там? Ого, бро танчит. Я сейчас двоих танчик, ребят. Войд забрал. Нет, не забрал, Войд. Дамасан, дайте все, Редрике. Там босса было. Процент. А, флэш. Флэш, дашь по мне? А, не, шоу, давайте. Ты через лужу идешь. А, тигр лев. Я ещё у него и левел, блядь. Ебанул. Как там опять фанатеет с кого-то? У идеального 248 левел, блин. Опа! То открылся. Босс через 5 секунд выйдет. 5 секунд до закапывания. Босс освещен на все. Дуат, ты специально, что ли, нет? Поднимите его сразу. Тебя. Мелких под босса. Мой. Где ваш ДПС? Он убежал. Где второй жук?
Зовите жука, сейчас закопается же. Что на пейте моб висит. Может, Геру зайдем и переведем? По боссу больше играете? Да зачем? Ну, лишнюю минуту возможно выиграть. Да. Так и передаю. Череп сейчас заберу. Себе был. Интересно. Сферка не разбилась, а он ее это все равно скушал. Выкопается. Прямо там здесь через куб ближе подходим, там и бьем его. Приводите босса сразу. Где его? Че, Геру? Да. Ну, она просто заклеивайте. Не бьет. И сейчас в обычке. Не пол, зашел стрим, на стрим Гарика, это на линии, блядь, сейчас. А, они живут вместе. Нормально. Да. Лились все-таки. Сын ГЦ 50 на 50. Нормально, блядь. Кто-то 50 на 50. В среду также будет, блядь, получается. Мы еще раз будем. 50% закроем, 50% не закроем. Ну прикинь, если бы мы так и ВК закрывали. Ну, если бы мы тайминги знали бы. Угу. Питер. Что-нибудь тут есть интересное? А, колечко, это боешка. Хоть колда в гильде появится. Надо пропадает. Да я у Мири 50 дал, она уже вернула. Саша тогда 70 взял на колечко. Или сколько?